Большинство пермяков сходятся во мнении, что в правильных пропорциях нужна и критика, и похвала. Комплименты слушать приятно, но знать свои недостатки для дальнейшего роста необходимо. При этом на первое место опрошенные все-таки ставят похвалу. И менее 8% не могут обойтись без критических замечаний в свой адрес. Некоторые жители говорят, что ничего из предложенного для них значения не имеет. Для хорошего результата чужое одобрение им не требуется. Критика. Говорю как фотограф. Потому что, когда критикуют, ты замечаешь свои ошибки и понимаешь, к чему стремиться, что нужно исправить, чтобы твоя работоспособность была лучшей. Наверное, похвала. Но критика тоже, конечно, важна. Главное, чтобы она была конструктивная. Я хорошо отношусь к критике. Особенно, если она конструктивная, да. Конечно, можно и критику включить. Конечно. Но критику не такую, чтобы обидеть человека, а именно сказать честно и всю правду в глаза. Для чего? Чтобы человек справился. Критика тоже может мотивировать. Это зависит от того, с каким намерением она сказана. Если с добрым, то она тоже мотивирует. Но вообще похвала лучше мотивирует. Хотя она может испортить. В моем плане, так, безусловно, критика мотивирует. Да, позволяет мобилизоваться и пересмотреть то, что, за что ты получила критику. И, наверное, позволяет другие уже себе задачи поставить и решить их по-другому, переосмотреть, переосмыслить.